Ким Андрей Александрович, Тамбовская область, старший тренер сборной России по тхэквондо и НФТ. Федерация тхэквондо и НФТ России привлекло та работа, которая сейчас проводится, те регионы, которые есть, соответственно, куда она входит, саму международную федерацию, само руководство федерации, которая ведет правильную политику, также держит правильный курс в мире. В Тамбовской области насчитывает порядка 2000 человек, из них основная доля детей – это, конечно, дети дошкольного возраста. Используем повсеместно такую программу, как ТКД «Волчата», которая аккредитованы в Федерации тхэквондо МФТ России. Прирост очень такой достаточно мощный. Прежде всего спортсменам, ученикам хочу пожелать хороших, красивых побед, заниматься спортом, заниматься тхэквондо. А всем остальным регионам, развиваться, быть, в топе, в тренде. У нас очень большая страна, очень хорошие регионы, которые к нам входят. Быть лучшими.